Всем привет, ребят, с вами Михаэди, и мы продолжаем проходить Котор, Star Wars, Knights of the Republic. Договорюсь уже. Итак, и с нами Бастила, которую мы спасли в прошлой серии, а также дроид. И у нас остался один путь, проникнуть на базу имперцев. Просто имперцев-ситков. Дроид, открывай дверь. А теперь его можно сменить? По-моему, такой вещи у нас сейчас нету. Ну да, то есть дроида сейчас сменить мы уже не можем. Блин, жалко. Жалко. Кавадумпа капалья монопата бонанакачу. Yin kin kun no ba mule rachi kun tong na bun shanu yang. Блин, как бы убедить бы? Смотрите, вот 50 кредитов. Только не нажимайте на тревоги. Кин кун ши как чин ауана вамата. Ни ши ла чорга кин кун пала муна рейжи. Чингпала, низка муле, ртун рата тиген подранко. Десерча дома вана конда тама. Бона на качу, кича бадуан. Ванга кум кива бу муле ра, ка кин чак нова гава бакон. Тонг киба ну кунек, тонга бок ша нак нон. What? Что у нас тут за терминал такой? Взламываем компьютер. Доступ к камерам безопасности бараки. Блин, ничего нельзя сделать. Старые бараки. Перезагрузить энергоканал. В камере минус сколько-то ситков. Так, приемная. Медоцек. Центр управления. Лифт. О, у дроид. Блин, у нас только 9 отмычек. Ну ладно. Отключим его к черту щит. И оружейный склад. Вот это вот уже интересно. Блин, отключить все орудийные башни. Блин, нам вот это вот сделать бы. Нагрузка карты. Эх, блин, нам бы побольше отмычек бы этих. Оу, все, по-моему, стреляют сразу. Какой урод там разбрасывает? Серьезно. У нас не осталось аптечек? Как так? Yes? Бастилу снесли. Нет, тоже снесли. Дроидер пошел, может, сам себе подремонтировать. Блин,
как же мы могли все отправиться без аптечек, а? И что там еще и лечится? Очень интересная перестрелка. Ну, наконец-то. What? Бастила, если бы ты раскачался бы еще как лекарь, было бы вообще классно. Ладно, следующий уровень я буду поднимать весам. А пока свалим с этой базы в сторону медцентра. Как же ты хреново, что у нас закончились аптечки-то. Пойдем, медцентр-то был. К апартаментам, дроиды. Далековато. Ребят, это будет 5 секунд. И мы снова тут, но уже с запасом аптечек. К тому же я немного получил еще экспо за то, что продал сыворотку от эргульской болезни. Блин, язык сломаешь. Ладно, пойдемте дальше. Кто у нас? Сторожевой дроид. И сторожевой дроид. В атаку! Не, ну мечом, конечно, дала нам махать охрененно просто. Ничего, скоро у нас такой же будет. Ну, конечно, не прям такой, потому что мне такие дух лезвенные не нравятся. О, это барахлишко даже нашли. Щит уровня 2. Yes. Yes. У нас больше ничего нету, да? Так, а там у нас мина. Бастил, тут не надо наступать на мину, ладно? На, чёрт! Ну, по крайней мере, мы разминировали мину. Что за терминал безопасности? А у нас нет отмычек. Обидно. Найти одну игру. Let's make this quick. Так, кстати, тут у нас расход такой в стороны, да? Тут у нас краски центр управления. Я, конечно, не хотел дверь открывать, ну ладно. What? Не то нажал. Yes. Yes. Ржавый охранник? Блин, ну у меня запасных частей мало. Ну да, нам нужны запасные части. К сожалению, сейчас мы с ним ничего не можем сделать. Но зато, может быть, получится у нас выманить врагов на него. Это было очень сложно.
А что я сделал? За что я получил темную сторону? Ну, явно там кто-то был. Кто может был спасти, но он этого не дождался. Блин, Басилда, ты их всех рвешь. Так, это у нас что, оружейная? Улучшенная энергетическая клетка. Пропуск на базу ситхов. Блин, это нельзя обыскать. Ой, блин, ты же дроид. Так, просто великолепно. Вперед, вперед, атакуй его. Так, мне надо подлечиться. Что я могу сделать? Не зря же мы его на гранат собирали. А пора бы зайти к нему за спину и мочить его. Так, он почти что прикончил Бастилу. И лифт, видимо, у нас уже к выходу из этой базы. Блин, надо Бастилу подлечить. Sure. Так, продвинутые медпаки закончились. Что у нас там? Центр управления. Военный склад. И казармы. Хазматовский костюм. Дроид, что мы с тобой сможем сделать? За 4 нет. Так, а ты? Что с ним можешь сделать? Всего-то! Две запчасти надо! Охренеть. Вооружение. Ну что, уж оптимизировать его наведение. Yes? Ну вот теперь пускай дроид направляется туда. Эпка разменю на румину. Что-то рвануло. Ловите плазменную гранату. Ух ты, блин, сколько шут сихов. Ну ладно, это было быстро. Ну что ж такое, почему я никак не могу идти разминировать? Что ж ты, блин, на них все время нарываешься? Окей, ну и зачем мы все вообще ходили? Сказать, похоже, тут никого нету. Так, ну это у нас просто дверь-выход. Так, ловить гранату.
На пару раз ногой. А, великолепно, у нас еще гренка кинулся. Лови в ответ. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Ремонтируемся. Блин, дебил, кот поехал. Стоп. Так, мне нужен парализующий луч. Не, не прокатило. Скотина подлечился. Сваливаем. Нет, мина. Ну, граната, блин. Огромная звуковая только есть, да? А, значит, будем закидывать у гранаты. И дроид получает нас уровень. И Бастила наконец-то нас получает уровень. Так, с навыки. Что у тебя вообще с навыки? Врачевание, давай продвинем. Силы, где же у тебя лечение там было? Или же такое вещь, как лечение, тут нет? А, ну, собственно, вот она. В радиусе 15 метров каждый из них получает 5%, 5 очков жизни, плюс 1 за каждый уровень харизмы, мудрости и уровень персонажа. Каким окраном ты будешь лечить всех? Yes? Вот и отлично, подлечились. Теперь хотя бы у нас есть постоянная аптечка. Ману их постепенно восстанавливается, так что все окей, ребят. Странно, что с этого, с командира ситхов ничего не выпало. No problem. Got it. Воу! И приначально разнесла турельку. Окей, одна винтовка, расщепитель луча. Зажительная травка, энергетический проектор. До хрена гранат. И огнемет и разрушитель щитов. Неплохо. Так, а где нам надо достать коды запуска? Медотсек, казармы. А, ну, собственно, по идее, мы уже получили же. Не так ли? Ну, дверей... А, нет, слушайте, пока что не получили предметы. Пропуска всякие.
Давайте посмотрим, что у нас там за лифтом находится. Жалко, в этой части силы джедаев довольно мало. То есть во второй части сил их побольше. Так, сейф. Тут автосейвов нету. Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait. I sense the force is strong with you. Very strong. Who would have thought a force adept could be found on this insignificant planet? But your talent is no match for a disciple of the dark side. Я получил удовольствие, видя твои кишки. Ah, yes. Feed the hatred and anger within yourself. Call upon the power of the dark side. But not even that can save you now. This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my lightsaber once I kill you. Такс. Правитель ситхов? Как он правитель? У него даже лайтсейбера нету. Так, оглушающее. Ускорение. Оглушение. Yes. Похоже, не прокатило. Так, а мне сейчас навешали неплохо. Меня еще застанили. Sure. Ох, как она его оттолкнула. А можно вернуть меня обратно? О, наконец-то. Ау! Ху-ху-ху-ху-ху! Ты посмотри, как по мне вмазали. Так, меня вырубил вообще. Так, а дубаник по нему еще раз оглушал. Меня оглушила. И ситх повержен. Коды запуска, адреналиновый усилитель, рукавица силы, нейронная повязка. Что нам дает плюс 2 к воле? Против режущего урона. И плюс 1 к силе. Сейчас. I'm here. На хилку у тебя пока что не хватит, да? What can I do? Sure. Блин, хреново, что нас довольно-таки сильно вырубают. Соедини стального сплава, секьюрити отмычка, легкая боевая броня. Так, Бастил у нас броньку не носит. У нас средний класс брони, блин, хреново. Ну, 500 кредитов. I'm here. Yes? Ну что же, коды доступа получены, пора бы убираться отсюда. Блин, в общем-то у нас ведь персонаж что-то. Не так уж. Sure. Мастер ближнего боя. Блин, хреново. Так, нам надо вниз, кажется.
I figured you'd be back. Neither of us is getting off this planet unless we work together. Now, I know the Sith military base had a break-in, and I know it was you. I know you've got those departure codes I need. So what do you say? We join forces, and I can get you inside Davik's base and right to the Ebon Hawk. We can go right now. Окей, давай сотрудничать. Но как ты доставишь меня в резиденцию Дэвика? Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you won that swoop race and mention that you're interested in working for the exchange. I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days while he runs some background checks on you. That's standard procedure. This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just objecting because you didn't think of it? No, I don't have another plan. I would rather not place my life in your hands, however. I can say the same about you. That makes us even. Fortunately, we both want to get off this rock, right? While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taris. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off Taris, the better. К вам присоединяется Кандерус, Мандалориан, который, кстати, уже злой. Блин, у нас все добряки. А, это, ну, собственно, он сейчас идет. Ну что ж, возьмем свой бастион. И очередной мультик, ребят, о том, как над планетой проплывает кораблик. И только. You summon me, Lord Malak. The search for Bastila is taking too long. We cannot risk her escaping Taris. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malak. But there are billions of people on Taris. We'd be slaughtering countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malak. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Yes, Lord Malak. И вот он, главный ситх, похоже. Лорд Малак. So, Кандерус, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I do say so myself. You usually travel alone. It's not like you to take on partners, Kandarus. You're getting soft. Watch yourself, Kallo. You may be the newest cathound in the pack, but you aren't top dog yet. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Kandarus has an explanation as to why he's not working solo anymore. This is a special case, Davik. I ran into someone the Exchange might want to recruit. You may have heard something of their exploits already. Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive, as was your display in the rather heated battle afterwards. Брэшик должен был знать, что обманщиков ждет смерть. An important lesson to learn, no doubt. In my line of business, I've seen far too many people suffer for not understanding it. With the recommendation from Kandarus and a thorough background check, you could become part of the exchange. Many would kill to prove themselves worthy of this honor. Ваше предложение заинтриговало меня, Дэвик. Come with me. I will give you a tour of my operations. I'm certain you'll be most impressed. Ah, there she is. The Ebon Hawk. My pride and joy. The fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system I've had installed to protect her. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Sith military blockade has grounded my vessel. The Ebon Hawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the auto-targeting laser cannons of the orbiting Sith fleet. I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I may come and go as I please. However, progress has been slow. But we should continue our tour. Да, конечно, пошли дальше. These will be your accommodations. The slave quarters are just down the hall. If you need anything during your stay, food, a massage,
Feel free to call upon their services. If all goes well with your background check, you will be invited to join the exchange. I'd advise you to accept the offer when it comes, or suffer the dire consequences of refusal. Я тут заключенный? You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. Feel free to visit the slave quarters at any time during your stay. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests, my security forces will deal with you most harshly. I will return after the investigation into your background is complete. Until then, make yourself comfortable. Come, Кало, let us leave our guests in peace. Да, пускай они отдыхают. Okay, we're inside. Now all we have to do is figure out a way to get past the Ebon Hawk security system, and we can get the rest of your group off this planet. No sense waiting around here, though. The sooner we get off Taurus, the better. Huh? И кто ты у нас? Солдат. Или 91 хит? 91 хит. Найти краски броньку. Найти энергетический щит. Два 11. Какая у нее дура в руках, а? Yes? Ну что у нас тут? Немного кредитов, отмычка, запчасти. Ну что же, ребят, и на этом наша сегодняшняя серия завершается. Я уже заговариваюсь к тому же. В следующей серии мы будем уже угонять Ebon Hawk. Ну а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и вступайте в группу ВКонтакте. Ну а пока, всем пока, до следующей серии и до следующего врыва, ребят.